Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. Приватная ініціатива вітається. Парламентарії у Гомелі абмяркуюць питання развіцця малога і сярэдняга бізнесу. Добрая навіна для рыбакоў-аматараў. Рыбалоўства на ўсіх участках рэк рэгіёна будзе бясплатным. Вялікая будоўля. У Мазыры з'явіцца новы мікрараён. Уступная кампанія працягваецца. Сёння распачаўся прыём дакументаў у сярэднія спецыяльныя навучальныя установы. Самы першы транспарт. Парад дзіцячых калясак пройдзе 29 ліпеня ў Петрыкаве. У бліжэйшыя 15 хвілін пра гэта і іншае больш падрабязна. Сёння члены пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па эканоміцы, бюджэце і фінансах прыехалі ў Гомель, каб азнаёміцца з мясцовымі метадамі падтрымкі малога і сярэдняга бізнесу. Праграма выязнога мерапрыемства разлічана на два дні. У першы парламентарыі наведалі камунальнае праектна-рамонтна-будаўнічае унітарнае прадпрыемства «Гомель Аблдарбуд». Азнаёміліся з яго дзейнасцю і шляхамі супрацоўніцтва з суб'ектамі бізнесу. Дарэчы, у саставе гэтага прадпрыемства 21 філіял. Падраздзяленні па ўсёй вобласці абслугоўваюць больш як 10 тысяч кіламетраў дарог, звыш 400 мастоў і 4 паромныя пераправы. Сярод іншых рэгіянальных прадпрыемстваў краіны гомельская лепшая па прадукцыйнасці працы, стане і якасці ўтрымання мясцовых дарог. Если взять объём сотрудничества с предприятием малого бизнеса, то, наверное, все-таки этот процент составляет с общего объема сотрудничества со всеми предприятиями порядка 25-30%. Это, в общем-то, различные направления. И приобретение продукции предприятий малого бизнеса, и реализация собственной продукции нашего производства для предприятий малого бизнеса. Парламентарыі Гомеля таксама наведалі алею герояў, дзе ўсклалі кветкі да помніка воінам, загінуўшым у вялікай айчыннай вайне. Заўтра госці наведаюць прамысловае прадпрыемства абласнога цэнтра і азнаёмяцца з вопытам камерцыялізацыі інтэлектуальнай уласнасці. Таксама пабываюць у інкубатары малога бізнесу ў гомельскага тэхнапарку. Затым абмяркуюць сучасную і перспектыўную сітуацыю па падтрымцы малога і сярэдняга бізнесу. Перадаваць у арэнду участкі вадацёкаў з пачатку будучага года будзе нельга. Адпаведны ўказ нумар 247 падпісаў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. Дакумент утрымлівае некалькі прынцыповых змяненняў. Адно з іх мае сацыяльны накірунак – права насельніцтва на бясплатнае аматарскае рыбалоўства. Сёння гэтай тэме была прысвечана селектарная нарада, якая адбылася ў гомельскім аблвыканкаме. Тэму працягне Марына Джалая. У Беларусі 32 арандатары рыбалоўных угоддзяў, 28 з іх у Гомельскай вобласці. Тут больш за ўсё вадацёкаў – Сож, Днепр, Прыпяць. Таму новы ўказ у большай ступені тычыцца менавіта нашага рэгіёна. У бліжэйшы час спецыялісты створаць комплексны план размяшчэння рыбалоўных угоддзяў. Будуць вызначаны азёры і сажалкі, якія можна будзе перадаваць у арэнду. Участкі вадацёкаў, рэкі, каналы і ручаі арандаваць для аматарскага рыбалоўства будзе забаронена. Для людзей запрет на арганізацыю платного любительского рыболовства на участках рек, ручьев, каналов. На этих участках нельзя будет организовать платное любительское рыболовство. Для рыбаков это сапраўдный подарунок, бо ловить рыбу можно будет на всех участках рек бесплатно. Але уже зараз арандаторы у доброахвотным парадку могут дозволять бесплатную аматорскую рыбалку на тих участках, где за гэта пакуль еще продуглежена плата. Дарэчы, летась у вынику платного аматорского рыболовства на Гомельщине было выловлено свыше 75 тонн рыбы. В 2016 году арендаторами Гомельской области выловлено более 181 тонны рыбы, что составило 57% от установленной квоты. Кроме того, выловлено более 77 тонн рыбы при осуществлении платного любительского рыболовства, что составило 60% от установленной квоты. Невыканание квотов на вылов рыбы – это не только выник розных порушений, у тым лику злочинного характеру, але и климатичные перешкоды, низкий уровень воды. Еще одна проблема тычется парадку на берегах рек. Без господаров прибережные территории хутко забруджуются. Прибирать их будет нема кому. На сегодняшний день, согласно условию договоров аренды, арендаторами выполняются такие условия, как содержание в надлежащем состоянии прибрежных полос. Негативный момент законопроекта, что на сегодняшний день может быть потерян контроль за состоянием прибрежных полос.
Такая проблема может не возникнуть у вогуля, коли каждый человек, який отпочивая на березе раки альбо ловить рыбу, прибере за собой смети. Дарыши рыбаки, яких мы сустрели на березе Сожа, с гэтым згодные. А на вину об отмене платной рыбалки на участках рек успрымают с энтузиазмом. Даже мусором за собой убираем, пепельницы стараемся последить. И за отдыхающими убираем. Рыбаки должны уважать, это что-то должно остаться детям. Аренда должна быть, водохранилище закрытое, чтобы оно зарыблялось. Человек там, как положено все. А если река, как можно зарыбить реку? Это фиктивно все. Это они выпустили, неизвестно куда она, в Украину уплыла, вверх к россиянам поплыла. Платные рыбалки на реках отношусь отрицательно. Вот. Считаю, что платная рыбалка, она возможна только на закрытых водоемах, когда берет арендатор его, благоустраивает, зарыбляет и предоставляет все услуги. На реках, мне кажется, это абсолютно не имеет никакого смысла. И, по сути дела, все рыболовы, которые выезжают на реку, они все против. Поэтому зарыбить реку, на мой взгляд, это невозможно. Еще одна приемная новина. Участок раки Припять в Мазырском районе по пропанове старшине облвыканкама навод на ближайшее погоде, покуль уступить у силы указ номер 247, не будет сдадено аренду. Инакш кажучи, для аматорского рыболовства застанется бесплатным. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Выники работы со зворотами громадян сегодня разглядели у областным объединении профсоюзов. На посяджении президиума совета огучили информацию. За 6 месяцев этого года специалисты провели каля 100 приемов громадян. Свои питания правовым инспекторам профсоюзного руху задали больше за 300 человек. Протяг працовных относинов, правомерность звольнения, изменение пенсийного законодавства и своечасовость оплаты працы. Головный спектр питаний, с якими звертались до специалистов. Информационная подтримка и правовая оборона предоставлялись усім, кто звертался. Нават коли человек не заявлялся членом профсоюза. За полгода таких зворотов было амаль 50, и это прикладно у два раза больше, чем за аналогичный летошний период. Сегодня громадяне імкнуться вырашать проблемные питания с допомогой компетентных специалистов. И попыт на правовую информацию в громадстве высокий. По итогам нашего сегодняшнего президиума областного совета в постановлении мы предлагаем активизировать работу по повышению правовой грамотности граждан. В частности, это организация семинаров не только для кадровых работников, но и на производстве, в цехах, с привлечением как можно более широкого круга работников. Также это выступление в средствах массовой информации, публикации на интернет-сайтах, ввиду того, что сейчас интернет-технологии достаточно развиты, и любой человек, имеющий смартфон, может задать нам вопрос через сайт, чем активно граждане и пользуются. Дальше, кроме реагирования на конкретные заявки, правовые инспекторы працавали и на опереджение. Выезжали на место и проверяли выполнение працовного законодательства у особных организациях. Так, по выниках мониторингов, за полгода было выявлено 113 порушений. Сирот их утоенное скорочение штата работников, непредоставление отпочинков, затримка заработной платы. При этом 87% таких порушений на сегодня уже ликвидованы. Эта работа будет протягиваться у другим полгоде. Прикладно 390 тысяч квадратных метров жилья запланировано побудовать все лето у Гомельской области. З них больше як 190 тысяч у Гомелі. Серед районных центров, которые наиболее активно будуются, Светлогорск, Жлобин и Мазыр. У опошнім все лето планируют увести больше як 75 тысяч квадратных метров жилья. Город растет у напрямку на Рошизны и Дроздов. Новины будовничьей галины у репортажа наших мазырских коллег. Будовничая программа на год завершить недобудованное, почать узведение нового района и максимально повеличить протяглость особных улиц. Усяго до воду запланировано больше, як 75 тысяч квадратных метров. В настоящее время в Мозыре введено 42 тысячи метров квадратных жилья, что составляет 59% от годового задания. Строится 2 долевых дома, реализуется в 4-м микрорайоне арендный дом, запланирован к вводу в октябре месяце 2017 года.
Будучи жыхары гэтага социального дома зусім хутка справят новоселье. При падтрымцы китайских инвесторов будаўніцтва идзе актыўнымі темпами и павінна падысці до завершения уже ў жніўні. Один з прыкладаў – шматкватэрны чатырохпад'ездны буйнапанельны дом узводится силами мазырскага дома будаўнічага комбината. Одна з самых буйных городских будовлю зашумела на бульвары юнацтва у сокавіку. Сегодня уже выводятся верхние поверхи. Дарэчы, практично все материалы выраблены силами предприемства, починаючи от плит и за заканчивающие окнами. До конца года планируют начать закладку нового великого микрорайона за рынком Испалм. Проектная документация находится на экспертизе, а затем на этой, покуль пустующей территории, начнется будовництво дома. Его жахарами будут те, кто мая потребу у поляпшении жилевых умов. У стадии экспертного узгоднения находится и проект забудовы в улице Советской. Тут акцент зрушены у бок долевого будовництва. Долевое жилье у Мазыры сегодня узводят и приватные забудовщики. Одна из таких шматкватерных высоток з'явится на улице Пушкина. Тем часом у Нароўчызні и Дроздах з'явятся танхаузы – двухповерховые домы с убудованными гаражами и участками земли. Для тех, кто планирует набыть жилье у Мазыры, пропановы есть практически на любой густ. Что тышится кошту, то средняя цена квадратного метра – 780 рублей. Одна из самых низких по краине. Катерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фіцнер, телеканал «Мазыр». Про перспективы развития центрального района Гомеля пойдзе размова завтра у программе «Диалог». Гостем студии станет керовник администрации района Андрей Горбачёв. Программа выйдет у эфир на телеканале «Беларусь-4» у 19:20. Свои пытания вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона прямого эфира у Гомеля 77-68-45. Протягиваем выпуск. Пенсионерка загинула при пожаре у жилом доме в Будакашалевском районе. Поведомление про узгорание у вёсцы Новая Гусявица поступило о полове 4 годины ночи. После прибытия на место выклику первых подразделений МНС, драўляный жилый дом был полностью охоплен огнем. Господиня дома 1958 года нараджения была знойдена без прикмет життя на подлозе у жилым покое. Женщина проживала одна. Причина пожару высветляется. Одна из версий – неосторожное обыходжение с огнем при курении. Проверку проводит следшо-оперативная группа. У Беларуси сегодня распачался прием документов у средней специальной навучальной установы. Для абитуриентов, которые имеют агульную базовую адукацию, их будут принимать по 3 жнивня на бюджет и по 14 на платные места. Пройти уступные выпробования яны могут с 4 по 8 жнивня. Залишение на навучание за кошт сродков бюджету пройдет по 10 жнивня, на платной основе по 16. Прием документов от поступающих за агульной, средней або профессийно-технической адукации продолжится по 9 жнивня на бюджет и по 16 на платную форму навучания. Мне кажется, что это один из самых таких ярких первых дней приемной кампании. Помогают работать приемной комиссии волонтеры наши, то есть девочки, которые зарекомендовали себя как хорошие учащиеся. Волонтерский отряд был создан, вот они помогают оформлять документы. У приемную комиссию средних специальных навучальных установ абитуриенты повинны представить посвящение особы, заяву, документ об эдукации, а так само сертификаты ЦТ, медицинскую доведку, фотографии и документы, которые подтверждают и льготы. И у протяг темы уступной кампании. Вышэйшыя навучальныя установы Гомеля подвели попередние выники залічэння на бюджет. У Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны самой запатрабаванной оказалась специальность правознавства. Конкурс на юридичном факультете склал 9 человек на место. У Белорусском державном университете транспорту больше як 3 абитуриенты претендовали на одно бюджетное место на специальность архитектура. У ГДТУ имя Сухога частей за усё выбирали IT-специальности. Мы протягнем сачыць за гэтай тэмы і больш падрабязна пра самыя папулярныя ў гэтым годзе спецыяльнасці раскажам у наступных выпусках. Семейный конкурс «Парад дитячих колясок» пройдет 29 липеня у Петрикове. У конкурсе могут принять удел семьи с детьми во возрасте до 4 годов. Упрыгоженные коляски будут представлены у городским парку. Журы треба вызначить оригинально оформленные дитячие коляски у 6 номинациях, серед яких самая обаяльная и привабная, техноколяска, спортивный рекорд, коляска оригинального жанру. Переможцы отримают дипломы и каштовные подарунки. Заохвочвальные призы будут уручены усім удзельнікам парада. Заявкі на удзел у конкурсе прымаюць да 27 ліпеня.
Музейные работники расскажут, коли по гомельских улицах проехал первый автомобиль, а супрацовники Державтоинспекции поведомят про дорожную ситуацию у сучасности. У студию завитают так само представники автошколы, а профессионалы по автотюнингу познакомят с модными автомобильными гаджетами. Узгадают авторы программы и про одну из ярких подей этого лета – фестиваль «Моторфест». Долучайтесь до размовы, номер телефона 37519. Глядите «Добрый вечер, Гомель» у 20.40 на телеканале «Беларусь-4». Гэта и іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершены. У студии працавала Светлана Князева. Усяго добрага и до сустрэчы у эфіры.